Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Как я тут поживаю». С вами Виталя. Сейчас раннее утро, я собираюсь в город. И вот решила, пока жду машину, за мной друзья должны заехать на машине, снять небольшой сюжет, показать, что у меня изменилось за прошедший месяц и подвести некоторые итоги. Капитан, поздоровайся со всеми! Привет, друзья! Ну, поехали! Значит, смотрите, я снимаю с первого дубля, как говорится, ничего не скрываю, все как есть. Я стою у входа, вот хорошо видна вся моя комната, и уже можно понять, все перегородки в этой комнате убраны, перегородок больше нет. Это единое теперь у меня жилое пространство, вот так вот оно выглядит. Три окошка по одну сторону. Да? Здесь будет, кстати, кухонная зона с этой стороны. И три окошка по другую сторону. То есть вот эти три окна выходят окнами в сад, на улицу. Вот уже можно понять, я окна поменяла, поставила стеклопакеты. И, конечно, как говорят, дом зазвучал по-другому, совсем другой вид. То есть окна – это все-таки глаза дома, как ни крути. Но еще не везде шторки повешены, поэтому вот показываю, как есть. Под шторками у меня находятся жалюзи. Сейчас я их подняла, уже не буду их приопускать. Понятно, вот они под шторкой там подняты. На каждом окошечке у меня по светильнику. Вот обеденная зона. Я решила оставить старый стол. Стол принадлежал предыдущим владельцам, но пока не буду его менять, он меня вполне устраивает. Это обеденная зона, стулья тоже старые. Диван. Я очень долго пыталась от него избавиться, предлагала и там, и сям, но вот, видимо, на все воля Божья, то есть никто у меня его так и не забрал, и диван переехал к этой стенке. По-моему, довольно неплохо вписался, кстати, спаниелем он тоже очень нравится. Диван, на мой взгляд, в принципе, неплохой, если его еще подреставрировать и сделать перетяжку, мне кажется, еще послужит. Ну и сразу покажу вот зону релакса, это я уже тут себе устроила такую зону отдыха напротив печки, и вот люблю вечером посидеть, посмотреть на горящий огонь, закинув ноги вот на этот пень, который я вот сделала своими руками, кстати. Мне когда дрова привезли, я увидела этот пень, думаю, нет, в печку слишком жирно. Притащила в дом и сделала такую вот подставку для ног. То есть я сюда закидываю ноги, уж извините, и сидя в кресле, смотрю на огонь, отдыхаю вечером. Ну, вот здесь я за печкой, да, вот чтобы было понятно, вот она печка, я оборудовала спальную зону. Вот так выглядит моя кровать. Кровать, кстати, тоже старенькая, вот она железная, с панцирной сеткой, но я уже привыкла за месяц. В общем-то, все вполне устраивает. Ну, естественно, постельное белье это уже все новое, все мое. Мой коврик, который приехал из Мурманска, нашел свое место, очень достойное на этой стенке, кстати, всем нравится. Ну, и вот так вот выглядит моя небольшая спаленка. Ну, там тумбочка, мое вязание. В общем, в моей жизни, как говорится, вроде бы все изменилось, но и с другой стороны ничего не меняется. Все, как я люблю. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот она, кухонная зона. Кстати, холодильник я уже приобрела новый. Это новый холодильник. Я, кстати, купила и еще плиту индукционную, но она пока в упаковке, пока я не строила кухонный гарнитур, то есть она в упаковке, и раковину. Вот. Ну, когда все сделаю, будет понятно, что к чему. Вот так вот по кругу. Водичка в ведерках стоит. Вот, кстати, в этот угол встанет кресло. Я заказала кресло ушастое. Оно готово. Вот я почему еду сегодня в город? Я еду его забирать. Вот в этот угол встанет ушастое кресло. Потом сниму, покажу. Ну и вот он, мой дом по кругу. Нели спят еще. На этом я благодарю вас за внимание. Заходите,
смотрите, наблюдайте за новостями. Напоминаю, вы были на канале «Как я тут поживаю». Кстати, почему я решила оставить такое название канала? Это самый частый вопрос, который мне задают мои друзья. «Как ты там поживаешь?» Ну вот, я и решила такое название оставить. «Как я тут поживаю?» Пожалуйста, заходите и наблюдайте за моей новой жизнью. Все, всем спасибо и пока. До новых встреч. Капитоша, скажи пока. Пока-пока-пока, капитан. Лапкой помаши. Капитан хоть немножко отъелся на белорусских продуктах. Ай, вкусное молоко-то здесь. Все, ладно, пока-пока.